Среди экспертов у нас, как всегда, Жильветра, Любаревич Торхова и пришли в гости Евгений Кот со своей женой. Ну, ведущий решетник. А говорили о частых причинах неполадок в отношениях и о способах, как их исправить. Например, Олег будет отстаивать то мнение, что можно даже в старости тусоваться в клубах, и это не мешает личной жизни. Я вообще поражаюсь, почему Злата его до сих пор держит. Он же просто создает свой гарем. У него уже две бывшие жены есть, которые с ним дружат. Он и ждет третью. Неужели Злата на это согласна? А Влада рассказала себе, как о игромании, который может по несколько, даже около 20 часов играть в компьютерные игры. Андрей расскажет, что он ищет в новой партнерше в первую очередь маму для своего первого ребенка. Все логично, у него же есть этот ребенок. А ромапсихолог психолог будет говорить о конкуренции. А напишите мне в комментариях, какой из мальчиков златый вам понравился больше всего. И вы узнали блогера, под которого я косю? Кошу. Косы в язь конюшину.